Для быдла местных наконец-то появился интернет. Жить стало любо, смотрю видео с Ютуба. От скуки я не маюсь и вскоре нарываюсь на ролик, где дерется депутат. Он оказался реально знаменит, просмотров собирает больше, чем Брэд Питт, и ведет себя как ярый анархист. Он призывает нас, любит Думе правду матку. Он настоящий пиарист, его лицо во всех ток-шоу, его цитаты на устах. Владимир Жириновский. Ненавистник маргиналов, противник коммунистов, сторонник атеистов, всю жизнь радеет за русский наш народ. Мудрейший политик, а не бездарный нытик, никого не боится, страной своей гордится. Он искренний и честный патриот. Но нас это не спасает, народ все умирает. От его слов нам жить не слаще, мы страшно, как жить дальше. А Вольфович все в Думе рожит я. Не братья, не бояться, он призывает нас. Рубит в Думе правду матку, он настоящий пиараст. Его лицо во всех ток-шоу, его цитаты на устах. Владимир Жириновский.